Начнем с того, что я не хотела бы проснуться президентом или премьером. Совсем не хочется. Но вот я очень помню хорошо такой случай, вот прям вопиющий, когда, может, помните, монетизацию ввели, и пенсионерам отменили льготный проезд, то есть они стали ездить платно. И были такие факты вот у меня на глазах, когда человек, там, ветеран, которому лет 80, там, 90, он идет, он еле идет с палочкой, и его не пускают. Платить и чуть ли там не выкидывать за шкирку. Вот для меня это очень вопиюще. Я считаю, что людям хотя бы вот в возрасте, там, не знаю, от 70, от 80 лет нужно сделать бесплатный проезд. Но не такие это большие деньги, которые государство может потратить. Мне кажется, это очень нужно. То, что эта монетизация произошла, вот эти 200 там, или сколько рублей на тот момент были, ну, человек не потратит их на этот билет. А проехаться, там ему одну остановку проехать, и то тяжело пройти. Я считаю, вот первое, что было, это я сделала вот указ, что пенсионеры от там, 70-80 лет, они бы стали ездить бесплатно.